Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Римас. Ну что ж, продолжаем свое выживание. Синич пока что еще на работе. Я решил записаться во время его отсутствия. Кстати, ребят, смотрите, наш подписчик, когда Синич начал здесь развиваться без меня, он нарисовал вот такой вот плакат. Это у нас логотип канала Сквал, да? И после того, как мы выпустили две серии, да, наше выживание, он пришел и в наше отсутствие вот такой вот логотип поставил. Это логотип, ребята, нашего канала. Я думаю, многие знают, да? Ну, знакомый такой логотипчик. Вообще классно сделал. Респект тебе большой. Большой, огромный, чувак, респект за твое дело. Ну, просто красиво. Я даже прям переехать тебе передумал. Ну, по-любому нам придется потом переехать. Я надеюсь, ты смотришь это видео. Потом узнаешь, где мы находимся. И еще раз сделаешь вот такой вот нам, такие вот, вернее, нам сюрпризы. Так, ну что ж, ребят, как вы помните, в прошлой серии нам помогли французы. Здесь такой есть местный трайб, то есть они довольно... Вообще сервер прикольный. Как я уже говорил, тут торгуют ребята между собой и так далее. Правда, я сегодня зашел в игру, начал играть. Тут какой-то трайб появился новый, он крайне агрессивен. Я даже не запомнил, как его зовут. Я просто запись поставил после того, как он по мне начал бить. В общем, они живут где-то... Догадываюсь, что они живут где-то на Хищном острове. Потому что в локале что-то там писали. Короче, ладно, мы потом с ними разберемся. Но меня не убили, я сумел скрыться по-быстрому на этом волке. Ну что ж, ребят, поехали, волка прокачаем. Синий чуть только что позвонил на сотовый. Он говорит, типа, тоже качал и волка чуть не потерял. Так что мы будем крайне осторожны, если Рекс на нас нападет, еще кто-то. Короче, жопа будет. Волка терять не надо, он у нас довольно такой хиленький, получается 1552 хп, здесь у него дамаг 201, так, мясо у нас закончилось почти, ну да ладно, а вот она, кстати, черепашечка. Прокачаем немного волка, возможно, с кем-нибудь встретимся, пообщаемся, посмотрим, сейчас туда-сюда, обратно все сделаем, чтобы было все приятно. Так, опа, кератин прям как добывается. Смотрите, ребят, 5 единиц кератина. Кератин нам нужен, потому что я вижу, Синич вроде бы уже лежит там, спит в хитиновой броне. И я тоже собираюсь ее скрафтить. Правда, его надо дождаться, потому что я пока вроде бы не умею ее крафтить. Не знаю, может быть, даже умею. Я мало чего изучил еще. То есть много скиллов я еще не изучил. Так, у меня стамина быстро заканчивается. Так, давайте вперед, назад. Восстанавливаем потихонечку стамину. Там сзади ничего нет, да? Чисто все. Так, все, хорошо. 56-й левел. Кератин, прекрасно. Добавим побольше кератина. Хитин, кератин, ребят, без разницы. Это практически одинаковые ресурсы. Ку-ку. Кстати, нам надо еще побольше дудошек затамить. Дело дудошек, ну, чтобы это... Из дудошек можно делать, ребята, кашу на птера, птеродонта. Я там уже притомил пару дудошек. И Дила тоже. Они быстро тамятся. В принципе, ничего такого сложного нету с ними. Так, 1552. 1730. Отрегенерируем пока хп. У нас уже полный стак почти здесь. Да, ребята, я видел ваши комментарии. Спасибо большое за то, что вы участвуете и смотрите наше видео. Мамонта. Мамонта. Возможно, даже я сейчас попытаюсь... Его затамить, но в одно рыло, я извиняюсь, это дело очень сложно. Хотя, давайте посмотрим, может быть, даже халява будет. Вот так вот, сейчас, туда-сюда. Сейчас, может быть, кто-нибудь нам и напишет. Может быть, те французы, может быть, у них есть кетцель, я пока не знаю. Хотя, мне кажется, в локале никого нету пока что. На сервере я когда зашел, тут у меня сейчас, ребята, раннее утро. Опа, хай, самка. А эти наши, кстати, и французы, да? Я извиняюсь за мой французский, ребята. Ма. Вот так кажется, да? Mistake again, самка. Ну да, я же говорил, сегодня утром заходил, он мой ник неправильно
как говорится, писал. Так, это у нас Заредина. Постройка. В принципе, там есть камни. Можно, в принципе, их забрать. Ну, зачем? Они нам пока не нужны. Мы пока что переезжать никуда не собираемся. Well, now I can help. Чего он написал? Блин, шифр какой-то непонятный, да? Блин, что у меня с клавиатурой? Ку... Вэт... Квецель, я, кажется, неправильно написал Квецель. Ну, я, надеюсь, у меня понял. Так, ладно. Додошки, додошки, мои додошки. Она додошка, кстати, по таме. Тут их очень много. Ну, блин, тоже, сейчас мы их, ребята, перетамим, потом будем переезжать. Будет крайне-крайне сложно. Так, кстати, если мы накинемся на Бронту. Опа, да он 48 уровня. I don't have any dinos at the moment. They all get killed. Нифига себе. Его дис... Что, их заедили что-то там? Походу, их зарядили там. Опа, что это за новая построечка? Ну-ка, давайте посмотрим. Рейдить пока не будем никого, ребята. Мы пока мирные. А у нас, в принципе, и нет нормальных... Да, это чья-то постройка. Ну да ладно, мы его трогать не будем. Так, это у нас 8-й трайк. Это у нас 88-й трайк, Карл. Жесткий трайк. Если мы сейчас накинемся на него, второй трайк будет нас шатать. Ну ладно, хрен с ним. Шатаем, шатаем первый трайк. По-быстрому. Или у меня стамина еще заканчивается. Надеюсь, мы... Волка не... Так, в принципе, нормально. Стамина жесткая. Сейчас волк еще заснет нафиг. Так, второй. Превосходно. Кератин, правда, не падает. Сейчас волк у меня уснет, если я буду продолжать. Короче, смотрите, если ваш персонаж, либо волк, устает сильно, и у него стамина заканчивается, то он может просто-напросто потерять сознание. Имейте в виду. Что там он что-то написал, кстати? Походу, их кто-то зарядил. Возможно, те самые агрессивные ребятишки, ребята. Поэтому нам надо уже как-то думать об обороне, мне кажется. Опа, крокодил или кто это? А, это черепаха. Нам бы еще крокодила притомить. Было бы прекрасно. Ну, давайте свое тоже. Can help. Короче, я неправильно, кажется, ну, как can help you. А, да, я знаете, я забыл, как пишется, ну ладно. Короче, мы ему предложили тоже свои услуги. Хорошие ребята, вообще прикольные ребята. И что самое удивительное, что я нашел тоже одного чувака. Он такой, знаете, такой агрессивный, как вот помните, Сеня тоже рассказывал. Вот я его тоже встретил недавно. Он такой, а туда-сюда, там, шатну тебя туда, давай там, давай до свидания. Короче, чувак вообще агрессивный. И самое главное, что он русский. Ну, по крайней мере, русский язык, ну, как бы на русском разговаривает. И вот так вот, вот так вот. Вот поэтому не любят наши комьюнити. Как говорится, когда узнают, что ты русский, и начинает в твою сторону смотреть косо. Ну, в принципе, во всех серверах и везде по-разному. Ну давайте анкилу заберем. Блин, второго анкилу что ли затамит? Да он правда долго тамится. 16 уровень, в принципе, мы его сейчас быстренько сейчас заберем. У меня опять стамин заканчивается. Может быть, стамин уже прокачать волку. Ребят, как волка правильно прокачивать? Правда, ну, в принципе, он у нас маленький, маленького ливла. А кератина-то сколько с него упало-то? Так. Короче, ладно. Походу, по всей видимости, мамонта мы должны, ребята, сами найти. И попытаться его затамить. Ладно. Допустим. Сколько у нас есть стрел? 29, да? Ладно, погнали домой, посмотрим. Сейчас, может быть, даже каком сюрприз сделаем Синичу.
найдем мамонта хорошего и начнем его томить ягодами. Потому что, ну, у нас пока что ягоды только и все. Только вот мне бы притащить его сюда, прямо возле нашей базы. Было бы, конечно, прикольно, если мы его сможем притащить. Я, наверное, пойду на колобке, нежели на волке. Потому что колобок у нас все-таки бронирование намного. И с ним безопаснее будет. Так, вот анкилочку вот так вот отведем. Кстати, анкил я... Смотрите, какой анкил теперь у нас стал. В очках! Крутой, все дела. Прям как, ептать, в отпуске. Опа, колобок-то у нас апнулся? Да ладно. У колобка 11301 хп. Вот так вот, 869%. Процентов, вернее. Так. Ну что ж, давайте на колобке тогда. А, побольше ягоды там надо еще, да? Надо быть. Фиолетовых именно. Они вроде бы есть у Трайка. Трайк вроде бы тоже у нас апнулся. Трайку можно хп дать. Немного. Так, Трайк, я надеюсь, ты меня поймешь. Ты потом, я думаю, найдешь ягоды себе. Не умрешь с голода пока что. Нам надо еще кормушку построить. Это очень важно. А, с кормушкой намного удобнее. То есть, кинул туда нужные эти. И все. И не жжешь. Так, побольше стрел нам надо еще накрафтить. Я уже изучил нормально стрелы. Кстати, арбалет тоже надо отремонтировать. Вот они, кстати, делают. Это пока наша база. Здесь пока еще ничего такого интересного. Давайте еще 25 дерева возьмем с собой. На всякий случай. Пика у нас есть. Угу. Сейчас попробуем найти какого-нибудь нормального мамонта. А если повезет, то мы его сможем даже и сюда привезти. Опа, Сенич-то уже седло на Птера, смотрите. Два седла уже, смотрите, какой запасливый, молодец. Два седла сделал на Птера. Так. Точно. Че теперь? Чье-то передело, подтвердило, господа. Ремонтируем все это дело. Превосходно. Так, ну что ж, попуду стрел. Блин, наркоты, надеюсь, там хватит у нас. Так, флинт, тач и файбер. Флинт, тач и файбер. Сейчас посмотрим. 62 стрелы. Превосходно. Сейчас быстренько их покрафтим. Пока мы их крафтим, ребят, мы можем сейчас попытаться... Подождите, у нас сколько наркоты-то осталось-то? Я не помню, если честно. Возможно, нам следует для начала подготовиться. Так, где лапнем? А потом уже заняться таймингом. У нас здесь вообще нихера нигде не пройдешь. Но они уже начинают яйца нести. Так. В принципе, наркоты, я думаю, хватит. Я надеюсь. Давайте вот так вот сделаем. Оп, оп. Так, а где стрелы-то? Ай, Римас, какой позор, не знаешь, где стрелы крафтятся. Там стрелы крафтятся, смотрите. Я вроде бы их изучил, насколько я помню. Туда, сюда, обратно. Подождите, а где стрелы крафтятся? Ай, Римас, позор, стрелы забыл, где крафтить. А, нет, я их не изучил. Вот, теперь я их изучил, все нормально. Все прекрасно. Прям на месте их можно крафтить. Ну что ж, 60 стрел. Я думаю, да, или 61. Блин, ну где-то так. Где-то 50 стрел, мне кажется, хватит. Уже, в принципе, можно идти. 40 стрел точно хватит. Боевых стрел тоже возьмем с собой. Флинт пока выгрузим сюда. Чуть-чуть оставим, чтобы мы смогли... Хотя... А, чтобы костер сделать еще. Так... Время-то сколько у нас? Ух ты, ночь уже скоро, 9 часов. Ай, Римас, ночи не снимай. Так, ладно, ребят. Сейчас доберусь до места, и мы возобновим запись. Ай, не переключайся. Вот и посветлело, господа. Ну что ж, поехали, ладно. Найдем мамонта хорошего. Я надеюсь, ребята, ну... Вы знаете, да, у нас сейчас... Почти Новый год, можно сказать, да? Уже пару дней осталось до Нового года.
И мамонты бывают вот прям вот, бывают вот прям здесь ходят. Правда, я здесь их не видел, я их видел на другом сервере. Может быть, там другие какие-то правила были, не знаю, там респы и так далее, но мамонты, козлы, я имею в виду, олени, ходят, ходят везде, в основном. Опа, так, медвежонок, ой, этот, как его, обезьянку, конечно, трогать не будем. Ух ты, что-то залагало, я остановиться не могу. По всей видимости, сервак сохраняет свои какие-то пакеты. Да, жестко нас откатило. Ну ладно, хрен с ними. Так, там какой-то птир, там какая-то постройка, трайк, фиомия, мамонта я не вижу. Ладно, восстановим стамину, посмотрим. Ягод много, я думаю, хватит для мамонта, если что, мы подобываем. Ручками будем добывать. Нам холодно, кстати, у нас факел сломался, давайте его отремонтируем. И нам надо попить водички. Ай, до свидания. Ходит еще. Водички попьем. Бутыль. Девяточку нажимаем. Кстати, бутылка-то у нас дырявая. То есть вода пропадает. Блин, как же классно он плавает. Просто жесть. Правда, у него минус один, то что колобок, ребята, не может воевать под водой. То есть реально надо... То есть быстренько преодолеть это дело. Тут кто-то что-то собирался делать, строить, но, по всей видимости, он передумал. Так, если мы здесь аккуратненько спустимся, мы, походу, сломаем себе лапы. Мясо испортилось и пропало одна ягода. Вот так вот. Все, ладно, поехали потихонечку, спустимся вниз. И прям в зимнем биоме, вот прям, вот видите, рукой подать, там вроде бы есть мамонты. Ну, по крайней мере, они были до этого ивента. Вообще, они бывают еще на болотах тоже. Ну, так как зимний биом нам ближе, вроде бы, чем болоты, мы туда и пойдем. Вот так вот у нас получится, стамина быстренько заканчивается, да? Но зато мы быстренько передвигаемся. Ну что ж, раз уж все просят мамонта, сейчас мы, ребята, мамонты с вами затамим. Вечерами тут просто жесть, тут очень много народу. Вечерами ходят, бродят. Тамят, строятся, общаются, торгуют. Ну и бывает даже и воюют. Не знаю. Надеюсь, у нас будет все нормально. Я неприятности пока не хочу, так как мы пока что еще слабые с Сеничем. Так. Да, ягоды пропадает, жесть просто. Сирун такой этот колобок, просто жесть. Так, прекрасно. Видок от первого лица. Ух ты, там какая-то здоровенная постройка. И там туретки стоят. Ладно, мы тогда ее обойдем. Неприятности я не хочу. Слева от нас тоже там железный бегемот. Вот это да. Молодцы. Долго, значит, играют ребята. Блин, бинокль я забыл. Сидишь, мне его скрафтил уже 3 дня, не забирая. Забывай его брать. Вроде бы он его скрафтил, насколько я помню. Хотя я его тоже изучил. Мы бы могли посмотреть, кто где находится, кто чем дышит. Так. Так, ну ладно, доберусь, ребята, возобновлю запись. Так, ребят, мы уже почти пришли. Я вижу там какого-то мамонта. И на меня карно агрится. Сейчас мы его убьем по-быстрому. Хоп-хоп-хоп. Раз на батрас. Самое главное, чтобы не потерять своего-то животного. Ну и самому не умереть. Очень холодно, ребята. Очень холодно. Так, походу, мы сейчас это... Блин, их там два. Боже, как это неудобно, а. Так, нам мясо, побольше мяса. Праймит есть. Прекрасно. Блин, как холодно, а. Так, хорошо, блин, там тут два мамонта, здесь демофадон. Блин, пол хп уже. Так, они что, забаговали, что ли, или что? Мне, ребята, все равно. Кто какой уровень? Давайте второго, наверное, убьем, да? Так, чисто вроде все. Чисто. Хорошо. Костер есть у нас, в принципе, здесь. Ставим один сюда. Надеюсь, нормально. Отлично. Сейчас, ребята, мы с вами восстановим хп. Отлично. Походу, нам надо второй еще костер крафтить.
спокойно. А сейчас сделаем, сейчас все будет. Так, что там, тач не хватает? Гребаный тач. Гребаный тач. Суровое место, ребята, суровое место. Так, перегруз. Походу, они там реально забаговались. Кладем промит сюда, по-быстрому. А второй кострище сделаем. Даже третий можно сделать. Так, одного мамонта мы убиваем. Второго тамим. Они вроде бы застряли. Застряли нормально. Так, второй ставим, наверное, вот так вот, чуть-чуть позади. Вот сюда, наверное, ставим. Отлично. Жарим мясо. Тач оставляем. Фух, все, нормально. Восстанавливаем стамину. А, стамину, ребята, расходуем. По-быстрому. Знаете, почему я это делаю? Когда вы стамину тратите, и потом эта стамина восстанавливается, у вас появляется голод. Утоляя голод, то есть если вы кушаете мясо, вы сможете восстановить себе ХП. То самое главное, чтобы он проголодался, ваш персонаж. А у нас мяса, в принципе, полно. Сейчас у нас еще праймит появится. Будет вообще нормально. Так. Прыгаем. Такое ощущение, как будто под нами фундамент, да? Это, ребята, урок выживания. The Long Dark, ёптать. Суровое место. Так, хорошо. У нас половина ХП, у нас, блин, этот фортитюд нормальный, не вкачан тоже. Да и кожа на вот эту вот хрень сильно не защищает. А хорошо, мы проголодались почти наполовину. Кушаем и смотрите, видите, то есть мы восстанавливаем себе ХП. И, конечно же, голод. А, вернее, еду. Так, 100. Отличненько. Можно еще чуть-чуть вот так вот хоп-хоп-хоп сделать. Праймит пока оставляем. Пока вроде бы все чисто, да? Так, ну что ж. Убиваем одного мамонта, наверное. Хотя, блин, было бы хорошо, если бы мы их здесь попытались. Блин, он, походу, сейчас на меня сагрится. Бьем его, бьем. Нет, нормально. А, нет, ненормально, походу. Одного убиваем просто, и все. Второго забираем. Они что-то все в крови, оба. Слушай. Может быть, их так затамить, а? Двоих сразу уложить. Давайте вот этого черного возьмем. Самое главное, смотреть в оба, чтобы всяких карна, там, рексов, альфа здесь не бывает, но здесь бывают, ребята, эти... гиганты, кошки всякие, волки. Только не выбирайся, нормально все. Они сейчас побегут, наверное, в мою сторону. Самое главное, чтобы его не убить, блин. Ребята, держитесь, нормально. Я вас не хочу убивать, я вас хочу приручить просто. Смотрим, ребята, в оба. Я не знаю, кто из них кто, но мы, наверное, двоих с вами попытаемся уложить. И будем выбирать. Убьем ненужного. Ну, походу, он сейчас сам умрет, блин, весь в крови уже. Давай, мамонтенок, ну, ты сможешь. Так, костры у нас горят. Походу, долго мы его будем томить. Вот это выживание, вот это, да, ребята, в соло просто пытаешься его приручить. Самое главное, чтобы он не вылез. Нет. Ты давай падай. Не выходи. Если что, мы сразу садимся и сваливаем. Ну его нахер. Либо убиваем его. 45 стрел. 44 стрелы. Хватает. Спокойно, чисто. Все, я знаю. Вы сейчас молитесь. Гигантозавр, приди, сожри Римаса, будет классно, эпик будет. Нет, ребята, эпика этого я не хочу. Я хочу приручить мамонта.
Вы, наверное, думаете, да, об этом, да? Напишите в комментариях. А я знаю вас. Вы такие. Блин, самое главное, чтобы не убить этого мамонта. Это, конечно, жесть будет, если он сейчас ляжет. Я имею в виду, умрет. Опа, один есть. Второго забираем. Самое главное, чтобы у того не упал торпор. Костры, походу, нам надо еще покрафтить. У нас, в принципе, есть камень. Здесь сейчас везде дерево есть. Сейчас, ребят, покрафтим еще с вами костры. Надо было сразу двоих томить. Блин, как они удачно встали, да? Забаговались. Римас багаюзер. Так, прекрасно, пойдем со мной. Так, кто есть? Кто? 44-й? 64-й! А подожди, он живой. Давай, давайте это 44-го убьем. Убьем просто. Хотя, давайте затамим двоих. Ух ты, ядреть твою ж налево! Спокойно, 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 спокойно. В жопу ему, в жопу. Так, самое главное, чтобы этот не проснулся. Ага, вижу, вижу, все нормально. Тихо, тихо, тихо. Падай давай. Твою же мать. Походу я его убью. У меня кости переломаны. Еще и холод. Так, хорошо, назад. Пойдем назад. Восстанавливаем, восстанавливаем, восстанавливаем. Спокойно, давайте вот сюда. Отсюда его сейчас, в него постреляем. Падает, упал, упал, все, 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 все. Так, у меня теперь проблема с ХП, и там волки. Боже мой, как же это жесть. Так, поближе подойди ко мне, пожалуйста, родной. Отлично, отлично. Так, там волки. Самое главное, чтобы те не встали. Может быть, мы даже попытаемся, ребята, с вами троих зафармить. Так, кошка там. Она пока отвлекается. Вот это жесть. Вот это я понимаю выживание. Так, ну что? Разбираем один костер. Блин, если мы сейчас сюда подойдем, у нас будет ХП падать. Блин, они могут проснуться. Так, быстренько сюда бежим. 100 наркоты сюда, короче. 100 наркоты. Твою мать. Где вторая наркота? Да что ты не берешь-то, а? Ядрит их колотить с этими багами. Так, кушайте, кушайте, кушайте. Томитесь, томитесь, мои родные. Так, прекрасно. Хорошо. Ставим один костер сюда. Вот прям с этой стороны, ребят, сейчас поставим костерчик один. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп. Раз-раз, и на матрас. Нам надо еще дерево подобывать. Фух, вот это жесть. Вот это гребаная жесть. Блин, если мы двоих затамим, будет просто шикардосно. Я надеюсь, ягод хватит. Блин, походу нам не хватит ягоды. Хотя, нет, я думаю, хватит. Самое главное, наркоты, наркоты чтобы хватило. Так, у меня проблема опять. Кости сейчас скоро переломаются. Ух, чисто все, да? Колобок, колобок, ты че, ёптать? Колобок, твою мать! Так, ладно. Давайте, дорогие мои, спите, спите, спите. Блин, походу мы его долго будем томить, да. Наверное, будем уже этот, ложить ягоды. Пора уже, наверное, да? 100 сюда, самое главное, чтобы наркоты хватило. Походу не хватит наркоты на двоих мамонтов. Но все-таки я постараюсь, ребята, я постараюсь. Ой, походу я долго их буду томить.
Так, торпор сколько у нас? 2500. Да, походу нам надо одного мамонта притомить. 64-го, я думаю, будет самый-самый нормальный. Это у нас мальчик. Блин, жаль, конечно, если она умрет. Ну ладно, мы сейчас, короче, все наркотики сюда. Вот так вот, 149 наркоты здесь. Оп. Отличненько. Восстанавливаем все хп, смотрим в оба. Самое главное, чтобы не было никаких всяких хищников. Тут собак много, я имею в виду волков и так далее. Так, ну что ж, господа, вот такие вот дела. Буду время, ну, как бы, прерывать запись. Ну, я не знаю, я потяну, не потяну, посмотрим. В общем, и не переключайтесь. Так, ну что ж, ребят, уже прошло немало времени. Блин, мамонт долго тамится. Да, кстати, потеряла второго мамонта, его сожрал Рекс. Пришел Рекс, Рекса пришлось убить вот этим колобком. Колобок, кстати, его шатнул нормально. Рекс был 12 уровня, ну, маленький, короче. В общем, вот, короче, ребят, очень долго будет таймиться наш мамонт 64 уровня. И, как вы видите, видать, Рекс его тоже немножко задел, ну, эффективность падает потихонечку, видите, уже 77%. До этого было 30%, потом 28%, сейчас уже 24, вернее, левел. Ну, скорее всего, да, эффективность будет продолжать падать, так как мы его таймим простыми ягодами. Я надеюсь, что ягоды хватит. Я не знаю, хватит, нет, если не хватит, то я сейчас в локале попрошу ребят, может быть, кто-то сможет нам помочь, не знаю. Если нет, ну, значит, не получилось. В общем, я надеюсь, что у нас получится притомить мамонта. Ну, так как уже скоро, 16 часов уже скоро наступит, поэтому я вынужден остановить эту запись, выложить ее, ребята. И в следующей записи, будем надеяться, мы будем с вами рубить дрова на мамонте. Я вам покажу еще мощь этого мамонта. До скорых встреч.